хватит ровно на месяц на крутой отдых, который мы уже запланировали. Если ты будешь на нашей странице, то в скором времени узнаешь, куда этот месячный отдых пойдет и мы где будем. Знаешь, Forever оплачивает наш семейный отдых даже тогда, когда невозможно выехать. И Forever нам дарит надежду. И специально, когда сегодня президент компании сказал, что дарят чехлы для паспортов, потому что в любом разе Forever это путешествие. Вот они. Кстати, вот такие чехлы, да, то есть. И вот здесь чеки буквально. Послезавтра вы узнаете, да? Какая там сумма. Сегодня мы не имеем права это открывать. И от того, что мы приверженные компании, мы придержимся, потерпим. И только послезавтра мы узнаем, какая там сумма. Круто, да? Это просто самое лучшее чувство. Вот таких, это будет взрыв. Да. Вот, вот таких кейсов, которые я только что распаковывала, у нас два. Одна нам, Даниаром, на семейную пару, одна нашей маме. Умаровой Майре, нашему наставнику. И прикольно, знаете, ребята, что прямо-прямо с Америки, да, на Караганду, на Татимета опять, приходят даже две коробки. Я не могу дождаться, когда мы сегодня откроем. Мобилограф, по ходу дела, самые крутые видео делает, подписывайтесь на его канал. Да. А это ребята, которые без пяти минут менеджеры. Тихо! Те, кто в Караганде, в субботу ждем вас в офисе. Ребята, желательно без машин, пожалуйста, чтобы... Шесть вечера. Мы накроем стол. Да, Дастархан, беж будет. Обмывать будем чеки. Да, все будет там. Да, и вместе с вами откроем вот эти коробочки. Вот здесь наша 13-я зарплата. Как это бы спать и знать, что у тебя дома лежит чек, когда ты работаешь? Что интересно здесь? Что в этих коробках? Нельзя открывать до завтра? Вау! Спасибо, Forever! Спасибо, Forever, за эту возможность! Василек, видишь, все ребята, кто видит, смотрите, это все, еще раз повторюсь, кто только что подключается в прямой эфир, это презентики, коробки, это подарочки за хорошую работу, потому что мы не можем поехать в Австралию, компания отправляет нам боксы, каждому дистрибьютору, который квалифицировался по всему миру, сегодня на онлайн-семинаре 40 тысяч человек по всему миру, сегодня более, не знаю, кучу зум-комнат, да, это вообще круто. Пауза. Нету, паузы нету, нету, нету. Я не могу ничего. Нет, ты хочешь ставить что-то? Слово, мои подписчики сегодня тебя слушают. Это нет, просто... я хотел без камер, короче, здесь сейчас. Ну подожди, спасибо. Без свидетелей. Без свидетелей. Вау, смотрите, смотрите. Смотрите. Без свидетелей, они сейчас подумают, что ты чепаешь. Да. Нет, ладно, черт с ним. Те, кто сейчас, у нас есть, вот это Дана, это тебе. Держи. Нет, пожалуйста, не трудится. Это оператор, месяц будешь бесплатно работать. Я лучше поставлю. Кипкан, бери, это же кипкан. Аске, это тебе. Пехота прям ничего. Ой, прямой эфир. Все, давай. Классный подарок вообще. Да. Каждый день, чтобы каждый глоток, пропивая с этого стакана, чтобы, короче, помнили. Когда ты пила чай с этого бокала, ты помнила, каждый что ты менеджер. Энергетически заряженный стакан. Заряженный стакан, заряженный. Ну все, ребята, отключаюсь. Меня сфотографируй теперь. Всем пока-пока. Слушай, что-то говорить, это прямой эфир? Да. О, ребята, самое невероятное чувство сегодня мы испытываем. Вы представляете, да? 20-й год оказался годом взрыва.
Для кого-то годом пандемии 50% выросло товарооборот. И сегодня мы празднуем итоги 2020 года на Global Rally. 168 стран, 40 тысяч людей сегодня смотрят прямой эфир. Вы просто не представляете, какой это адреналин мощный. И мы сегодня получили подарки из Америки. Это прямо из Америки к нам пришло. И здесь на 3 дня рассчитанные подарки. Сейчас мы открыли один подарок, который рассчитан на первый день, да? Вы уже увидели, что нам прислали красивые кружки, термосы красивые, кепки, еще чехлы для паспортов. Еще нам прислали чеки. Вот, 2 чека. И мы даже не знаем, что, сколько здесь. В субботу мы точно будем знать, сколько чек, какая сумма в этих чеках. Но, ребята, мы в предвкушении, это больше. И Forever Казахстан прислал нам свои подарки, да, вот вы видите на столе, сколько подарков мы сегодня получили. И знаете, за то, что мы сегодня не находимся в Австралии, эти чеки мы должны были получить в Австралии. Сегодня прямо мы должны были сидеть в Австралии, пить чай, фоткаться с кенгуру, но мы дома сегодня в Караганде находимся. И компания выплатит мне лично компенсацию $6200 за то, что я не смогла поехать из-за пандемии в Австралию. Нам 2000? 750. 2750 Мы, короче, на семью 9 штук баксов, да? Просто так, что мы не поехали. Жалко, что мы не поехали. Поэтому мы сегодня в возбуждении. В таком возбуждении. Нет, это помимо этих чеков. И все это forever. Кто-то сегодня говорит, что сетевой бизнес не работает. Ой, это бабский бизнес. Ой, я это не могу делать. Ребята, с бизнесом Forever можно сегодня осуществить свои самые смелые мечты. И вот в одном из этих чеков лежит Lexus 350, который мы получим 20 числа апреля в городе Алматы. Ну и теперь скажи, что сетевой бизнес не работает. Все в твоей голове. Дерзай, вперед. Если у тебя есть вопросы, звони, пиши. Там все партнеры. И скажи. Я сегодня самый лучший чувство. А это что? Это чей флаг?
Монголия! Кто там есть? Украина! Привет! Украина! Украина, привет! Румыния! Румыния! Германия! Все, выключай. Хайц нелез. А Сильвер откис. Вот радвата дозана. Кипиксался. Утрвер. Хунгария. Хунгария. Украина! 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 Давайте, давайте хэштегом этого. Этим хэштегом. Все, все, Янчиш. Когда говоришь, 20 тысяч человек на семинаре собирается, все вот эти вот люди, которые не пьют, без алкоголя, без ничего, это, в общем, такая, знаешь, это ни в одном футбольном матче такое не увидишь, наверное, 20 тысяч человек собираются вместе. Это ужас просто. Ну, сейчас приходится довольствоваться онлайном. Зато мы так себе поняли настроение. Ай, брат. Как вам? Классно, да? Классно, вообще толстовки супер. О, Калдыгүл апай! Айтасына привет деп. Привет! Калдыгүл апай, салам! Қазақша сөйлесек қалды ғылапай. Ульбей. Доктор. Все. Айки біз сұрады. Бай-бай. Бай-бай. Все, ребята, пока, короче, на этой ноте. Завтра тоже выйдем в прямой эфир, да. Послезавтра. Всем пока-пока. Не будем выходить в прямой эфир послезавтра. Офлайн, офлайн будет. На машине, папа. На машине будет прямой. Все, выхожу. Да. Удвоение. А? Фоторацию. Все, пожалуйста. Ждем. Давай, вдвоем, сфоткаемся.